Друзья, всех приветствую на канале самых крупных волков в мире. Мы создали проект для таких волков северных. Посмотрите, у нас первая обитательница нашего парка. Белая волчица, мы ее назвали дневная фурия. Один из самых крупнейших видов волков. Полярный волк – это самый крупный волк в мире. Якутские волки до 100 кг, там, ну, бывает чуть больше, чуть меньше. И, конечно же, канадские волки тоже. Сибирский, среднерусский волк, они тоже достигают до 100 килограммов. Но мы пока таких волков не нашли. В нашем парке будут канадский волк, полярный волк. И сейчас должен прийти якутский волчонок. Также будут здесь выведение новой породы, которая уже ведется больше там, 20 лет. Ее выводил Михаил Овчаренко. Клуб «Велес» у них был. Это гибридизация западно-сибирской лайки и серого волка. Порода официальная, Воланд. Мы сейчас над этим работаем. И у нас есть также Алита, вы знаете. Мне вот Алексей приезжал, помогал здесь. У него очень много питомцев осталось от Михаила Овчаренко. Я надеюсь, что мы в ближайшее время ее зарегистрируем. Это охотничья порода. В принципе, будет официально новая порода Воланд. Как и мечтал Овчаренко Михаила, чтобы ее зарегистрировать. У него этого не получилось. К сожалению, он умер в январе, царствие ему небесное. И мы с Алексеем и Александром Зубовым, тоже под экспертом западно-сибирских лаек, он нам в этом помогает, кстати, и спасибо ему большое. Выгулочные зоны у нас будет находиться первая зона, пока финансов нету, но первая зона будет находиться, видите, перегонка, это в последнем вольере. Отсюда будет выводиться такой коридор, и в этой стороне, вот отсюда где-то, будет начинаться первый столб отсюда, и будет он идти 30 метров туда, 30 метров в длину и 25 где-то будет в ширину. Вот это будет выгулочная зона первая, там будет в ней в первую очередь сидеть акела. Я думаю, туда тайга пойдет и алита. Может быть, если с волчонком подружится, то и будет с волчонком первое время сидеть. А с нашей полярной волчицей, конечно, никто, я думаю, не удружится. Ну, кроме акела. Акела только с ней может совладать. А все остальные просто ее не осилят у нас. Не просто так мы ее назвали. Посадим здесь кедр, посадим сосну, посадим елку. Сделаем небольшой бассейн для них, чтобы они купались здесь. Сделаем логово им. И, естественно, все обтянем сеткой. По низу сетка, ко мне навезем, чтобы не могли подкапывать. Сверху сделаем 3 метра и стыки такие, чтобы если лезли, то не смогли дальше перепрыгнуть. И таких зон у нас будет 4. Именно для волков, именно для северных крупных волков. Очень много сейчас поступает предложение забрать волков. Там серых, там взрослых. Вот как у нас полярница пришла, она взрослая. 3 года ей. Конечно же, лучше щенка. И у нас осталось, ну, в принципе, с волчатами проблем у меня лично не будет, потому что я дружу с зоозащитой, у меня есть связь с зоопарками со всего мира, так же, как и с Канадой, также и с США, где эти волки есть. Вообще по всему миру, в принципе, есть связь. Друзья, вопрос такой поступает очень часто. Фурия для акелы или акела для фурии? Друзья, нет, акела не для фурии, фурия не для акела. Фурия — это отдельный вид волка. Конечно, я хотел для акелы полярницу, но я хотел со своих краев ее. Поэтому для фурии я буду отдельно подбирать пару. Акели буду тоже отдельно, они пока друг другу не подходят. В этом году нам волчата, естественно, они не нужны. Келла уже матерый волк, ему будет 5 лет в апреле. И ему нужна пара, чтобы он уже жил. Пока его пара тайга, и разлучать, естественно, я их не смогу. Но когда идет брачный период, тайга очень мучается, и мне ее очень жалко. И акелу в то же время жалко, потому что она его искусывает до таких ран, что у него потом остаются шрамы, действительно. У него пол лица просто разодрано. Если найду фотки, я вам обязательно вставлю, что делает тайга в привязке с акелой.
Поэтому с двух сторон их жалко, и тут очень сложный процесс, также и физиологический, и биологический, надо подходить к этому делу очень серьезно. Пойдем туда дальше, покажем, насколько у нас большой, я бы сказал, участок. Здесь, посмотрите, вокруг лес, никого нету, здесь красота просто. Насадим еще деревья, сделаем бассейн. В общем, идем к мечте, идем медленно, но уверенно. Я мечтал о таком парке. Я в Уренгое вообще хотел этим заняться, но в Уренгое особо, как сказать, я и здесь, в принципе, никому не нужен, ну и в Уренгое подавно. Ну, если выбирать между Уренгоем и Питером, конечно, Питер. Питер, здесь все возможности, здесь дешевле материалы, здесь легче всего доставить животное, потому что здесь международный аэропорт. Также здесь очень много туристов, которые бы заинтересовались, очень много китайцев. Они уже полюбили акелу, публика китайская, и я думаю, без проблем, кто вот любит акелу, могут прилететь и посмотреть расстояние до вольеров. Вот посюда будет кончаться выгулочная зона первая. Это вот такая дистанция будет 30 метров, и туда 25 метров. Вы представляете, какая большая будет территория. Волкам здесь не набегаться реально. Тут в каждой выгулочной зоне будет максимум два волка, максимум. Там мы построим, вот выгулочная зона заканчивается, здесь будет, скорее всего, какая-нибудь спортивная площадка, как мы планируем, так как я спортсмен, как тренер. Возможно, в будущем, может, через год, через полтора, может, через полгода. Не знаю, на сколько времени будут проводиться тренировки лично со мной, буду тренировать. У меня смешанное единоборство, у меня фитнес-индустрия, также фитбоксинг для девушек, также я детишек тренирую. Поэтому решили здесь по плану сделать потом спортивную площадку небольшую. Далее, у нас по плану посередине, там всего участка, будет пруд. Где-то 30 на 15 или там 35 на 15 размером такой, как овал. Туда мы запустим рыбок, будут у нас уточки, гусочки, может быть, еще там какую-нибудь живность. В общем, детская площадка тоже будет, только я не помню, она с этой стороны или с этой будет. Дальше идет самая мощная, самая огромная выгулочная зона. Это для нашего короля волка акелы. У нас она будет идти почти 60 метров в длину. Вы представляете, она в два раза больше. То есть. И 30 или 40 метров будет в ширину. Очень огромная территория будет. 60 на 40 или на 45, даже на 50, я не помню. Ну, в общем, она будет огромедная. Будут палатки, люди могут приезжать с ночевкой, оставаться у выгулочных зон, ночевать, чувствовать себя наедине с природой, наедине с волками. Также будут в дальнейшем планируются домики гостевые, чтобы если за границу люди приехали или с другого города, да или вообще просто приехали и не хотят домой ехать, можно будет остаться, переночевать в этих домиках, но это все туда дальше, когда парк будет развиваться. Дорогие друзья, мы будем рады любой помощи, потому что затрат финансово просто тут немерено. Мне действительно приятно, когда нам помогают. Это я не знаю, я вот каждого говорю, вот будет возможность, при каждой возможности бы обнял, пожелал бы здоровья, удачи и всего самого прекрасного. И, конечно же, это добро просто так не останется. Добро добром возвращается. Пока волчонку 5 месяцев, я постараюсь сделать максимальную социализацию за этот месяц. И, возможно, будут фотосессии с этим волчонком. Наконец-то мы практически дошли до конца. Посмотрите, еще до конца метров 25-30. Да, уже не пойдем. В общем, здесь, на этом месте, ну, чуть дальше будет заканчиваться наша территория. Достаточно территория большая, 155 метров в длину и 75 метров в ширину. Дорогие мои, подписывайтесь на наш новый канал для самых крупных волков в мире. Я надеюсь, что у нас все получится, и мы будем снимать каждого животного. Здесь будет отдельно на этом канале рассказываться про то или иное поведение каждого волка, потому что каждый волк – это индивидуальное животное, все характеры разные, один такой, другой такой, и я думаю, вам будет интересно. Подписывайтесь на мой канал,
ставьте лайки, не забывайте ставить звоночек. И всем удачи, всем пока, до встречи. Всех жду в гости.